Придумай слоган «Стань пиратом Карибского моря». Газета «Вечерний Первоуральск» объявляет конкурс на лучший девиз для города. На кону путевка в стилизованный средневековый замок, который находится на острове в Челябинской области. Текст слогана должен отражать индивидуальные особенности нашего города. Географические, исторические, промышленные, культурные, фантазию горожан ничто не ограничивает. Главное, чтобы в тексте присутствовало слово «Первоуральск». Авторов самых ярких, емких и позитивных слоганов наградят 14 июля, в день рождения города. Главный приз – поездка в развлекательный комплекс «Сонькина лагуна», который находится в Челябинской области. Это место на острове Сяткинского пруда прекрасно передает суровый характер средневековых замков и пиратских кораблей. Заявки на конкурс принимаются до 10 июля.